В дикой природе это, конечно, самый распространенный этот цветок у нас мать и мачеха. Первый апрельский цветочек. Желтенький. Вот так выглядит распустившийся цветочек. Так вот выглядит бутончик. Тоже очень красивые цветы. Практически никакой еще растительности нету. А дуванчики будут уже намного позднее. Пока вот такие цветочки. Одни из самых первых цветов. После подснежников. Это, конечно, вот мать-мачеха. Растение тоже небольшое. 10-12 сантиметров в высоту. Цветочек 1,5-2 сантиметра. Бутончик вот 1,5 на сантиметр. Небольшое растение. Вот так он выглядит. Тоже довольно красивое растение. Красивые цветочки. Бутончики красивенькие. Тоже сделаю фотки. Выставлю. Красивые растения. Только-только начинает крапива расти. Прочие. Растительность. Мать-мачеха один из первых весенних цветов. Напоминаю, что сейчас первые числа апреля. Только-только землю начал прогревать. Вот такие цветочки. Желтенькие. Бутончики немножко с краснотой. Потом краснота, она вот уходит вниз, и вот уже такой цветочек.